Эй, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Julia USA. С вами Юлия. Напомню, я живу в Америке. Это прикольно жить в Штатах, потому что все приходит очень быстро, все бренды здесь известные находятся. И я люблю шопинг. Я люблю заказывать разные вещички. Сейчас, в период коронавируса, это особенно актуально. Да, посылки не приходят так часто, как хотелось бы, но что поделаешь, зато есть скидки, и ты все равно их получишь. Допустим, вот мне iHer пришла посылка, которую мы сегодня будем с вами открывать. Это мой любимый веб-сайт, я его очень люблю. Обожаю там закупать разные БАДы. Я заказала ее 30 апреля, она мне пришла 1 мая, то есть сегодня. Вау, я такая просто, это так круто, потому что в России обычно посылки такие идут, ну, знаете, так, к неделю, полторы. И другая посылка у нас из Soca Glam. Вот, сегодня мы будем распаковывать с вами мои посылочки. Как я уже сказала, одна будет из iHer, и другая будет у нас из Soca Glam. К сожалению, на ней ничего не написано, типа там Soca Glam, все дела. Я думаю, что это будет очень интересная распаковка. Оставайтесь со мной и давайте начинать. Поехали! Ребят, давайте начнем с нашей первой посылки. Она меньше, поэтому ее будет быстрее разобрать. Так, наш первый товар — это такая бьюти-вода. Надеюсь, вам видно. Beauty Water, такое, знаете, название очень цепкое. Если вы услышали один раз бренд Beauty Water, наверное, в следующий раз будете помнить уже, ага, Beauty Water там. Почему же эта вода такая классная вещь, спросите вы меня. Все дело в том, что эта вода заменяет вам несколько шагов в вашем уходе за кожей. Сейчас я объясню, в чем дело. Эту Beauty воду, ребят, сделали две девушки из Кореи. Они занимаются макияжами, делают макияжи разным людям. И, в общем-то, эта вода, на минуточку, она удостоилась двух премий в прошлом году. Надеюсь, не ошибаюсь. Да, две премии, то есть это такая вещь, которая, ну, реально нужна, как мне кажется, каждой девушке в их уходе за кожей. Это что-то, что поможет вам заменить несколько средств в одном. На упаковке здесь, когда вы видите эту воду, кстати говоря, очень классный дизайн. Я считаю, что, знаете, все такое очень приятно трогать. Как вы видите, здесь на упаковке написано, что является очищающим средством, который создан при помощи растительных компонентов, и это очищает и эксфолирует вашу кожу в одном. Пробовала ли ее? Да, я попробовала ее, очень классная вещичка. Я считаю, что если вы где-то найдете ее, определенно стоит ее попробовать, это, ну, прям must have, классная вещь. Следующая вещичка, которую я заказала, ну, это я заказала скорее, знаете, просто чтобы корзина была $50, по-моему, чтобы у меня была бесплатная доставка. Простая маска, которая действительно не очищает, а которая увлажняет вашу кожу благодаря увлажняющим протеинам. Здесь у нас получается 5 штук этих масок. 5 штук или 4, что я как-то офигеть. 4 штуки. Я думала больше. Такая штука, вот на минуточку, да, стоила $10, 10-4 маски. Если честно, вот на некоторых веб-сайтах, ну это, если честно, я не считаю, что это прям супер дешево, 4 маски, $10. Я подписана на Ipsy и на еще другую, там я купила, по-моему, $12, масок, наверное, 10, то есть абсолютно разных, они тоже были натуральные. Поэтому, когда вы хотите купить реально большое количество масок, подумайте о заказе этих корейских масок на какой-нибудь таком аутентичном корейском веб-сайте, там они просто, ну, не знаю, по доллару, а здесь 4 маски, $10, типа, окей, посмотрим. И наш последний момент, который сейчас как никогда актуален, это вот такой гель для дезинфекции рук. Все очень просто, вы наносите его на руки. Он реально очень классно ощущается на коже. Я сейчас вам покажу вот так. Во-первых, он, знаете, такой вот как... Он очень вкусно пахнет. Он нереально вкусно пахнет. Он также не оставляет никакой пленки непонятной, руки никакие не липкие. То есть я считаю, что за $3, которые она стоит, и здесь 62% алкоголь, Тони Моли никогда не разочаровывает на самом деле. И тут написано, что... Да, на первом месте тут алкоголь ДНА, то есть это алкоголь, конечно же, штучки 3 разных травок, ну и так, в принципе, что вы встретите в обычном санитайзере, но я считаю, что эта тема очень классная, просто потому что, вы знаете, в основном, когда вы идете куда-то в магазин, в аптеку, куда угодно, такие хенд-санитайзеры, они... У них очень странный состав всегда бывает, да, то есть там алкоголь и витамин Е, типа того, но как они пахнут, ой...
но как они пахнут, как они ощущаются на руках после того, как вы наносите, оно бывает оставляет желать лучшего, и поэтому я иногда люблю что-то взять вот такое, чего нету в магазинах обычных, потому что там это уникальный и лучший состав. Наш первый компонент из нашей посылки Сайхёрба – это вот такая сода. Это на самом деле не просто сода, если подумать так, просто потому что это сода натуральная. Очень много соды, которая продается в магазинах, она не настоящая. То есть, по сути, это искусственно созданная сода. Если вы добавите натуральную соду в стакан с водой и вы добавите обычную соду там за 3 рубля, то сода натуральная, именно такая, да, она растворится полностью в воде, тогда как сода, которая не настоящая, не натуральная, она просто-напросто не растворится и будет такой, ну, просто белая вода. Эту соду я, если честно, первый раз заказала, мне ее порекомендовала моя мама, спасибо ей большое. Знаю, что очень-очень многие люди фанатеют от этой соды. Эта сода уникальна тем, что она, прежде всего, добывается только в пределах Штатов, то есть источники этой соды, они находятся только здесь и нигде больше. И поэтому на Айхёрбе просто люди покупают ее пачками. Сода прекрасно очищает организм от шлаков. То есть люди на диете сидят, да, человек сидит на диете, он использует эту соду, пьет ее с утра, и просто организм, ну, короче, очищается, ну, получше любого детокса. Вот это то, что я слышала. Я еще не пробовала ее, будем пробовать, но я думаю, что это вообще тема, а готовить-то с ней это будет вообще одно удовольствие, наверное. Наш следующий компонент этой посылочки — это такой корень подорожника или псиллиум. Псиллиум — это такой, знаете, тоже ветеран продаж на Айхёрбе, просто потому что это суперская вещь. Почему она суперская? Потому что это считается хорошим источником пробиотика и фибры для организма. А что еще нужно для того, чтобы организм функционировал как часы? Это, конечно же, фибра. Я когда пролистывала комментарии на Айхёрбе, там было сказано, что если вы пьете эту штуку, этот БАД, нужно обязательно пить ее со стаканом полным воды либо сока, иначе, короче, что-то будет очень плохо, что-то такое. Когда я прочитала это, я такая, окей. Но заказала все равно это просто потому, что это суперская вещь и очень хорошие отзывы. Кстати говоря, Айхёрб очень славится тем, что у них очень такие приемлемые цены. И очень странно, и даже смешно, я бы сказала, когда я говорю каким-то своим американским друзьям, да, что вот такой сайт есть Айхёрб, слышали вы о нем, там очень классные продаются БАДы. Многие говорят, нет, мы даже ни разу об этом не слышали. Я такая, вау, то есть это американский сайт, и основные покупатели — это мы, русские. Наш следующий товар — это вообще просто бомбочка на самом деле, просто потому что это очень-очень классный снэк для котов. Мой кот, ну не только для котов, кстати, но и для собак. Мой кот, когда я его открыла первый раз, эту баночку, он просто был в таком в шоке. Потому что он ни разу не ел это. Это первый раз мы купили этот снэк. И даже вот сейчас он мяукает, говорит, дай мне. Этот снэк очень прост на самом деле, поэтому он имеет такой, знаете, хороший рейтинг на Айхёрбе. Как видите, мой кот уже здесь, он хочет этот снэк, настолько он хорош. Так вот, прикол в том, что это все очень натурально, то есть нет ничего, тут нет никаких непонятных ароматизаторов или каких-то непонятных ешек. Так, если вы посмотрите на это, она просто как сухарь, сухарь она просто вот, короче, вот так она выглядит. И вот вы ее кладете под воду, она набухает, и это уже реально курица. И, ребят, наш следующий товар, который я купила, это такая гениальная присыпка, как мне кажется, просто потому что эта присыпка позволяет вашему животному есть сухую еду с большим аппетитом, потому что в этой присыпке также высушенная курица, да, то есть когда кошка или собака чувствует запах курицы, да, плюс смешанный с его кормом, он, ну, понимает, что вау, это вкусно, я хочу это съесть, это по-другому пахнет, и пахнет более, ну, как-то, не знаю, натурально, курицей. Когда я насыпала вчера своему коту это в его миску, он с таким большим удовольствием съел это, то есть, по сути, это аналог даже, возможно, предыдущей присыпки, не присыпки, а снека, да, для животного, только это в другой форме, его не нужно, я не думаю, что его нужно разводить водой, так что я думаю, что это определенно очень классная вещичка, попробуйте, и вам понравится, ваш кот скажет вам спасибо.
Итак, ребят, последний компонент нашей посылки, который касается именно падов, это вот такое масло черного тмина. Это нереально классное масло, оно в природе является одним из самых ценных, и масло хорошо поднимает ваш иммунитет и хорошо помогает с пищеварением. Вот. Также еще один компонент, который я напишу внизу, является тем самым компонентом, из-за чего это масло ценно. Так что очень советую масло, очень хорошая цена. Если вы почитаете об этом масле в интернете, вы поймете, насколько это классный продукт, и вы захотите его тоже купить. И сейчас перейдем мы постепенно к бьюти-товарам, которые я заказала с iHerb. Заказала две таких мультипуськи. И первое, что у нас здесь есть, это вот такие диски, которые уже пропитаны тоником от Pixi. У меня был уже такой тоник от Pixi, именно просто тоник. Это был прикольный тоник, то есть, ну да, хорошо, нормально, базовый такой, знаете, тоник из гликолевых именно. Также у меня был The Ordinary. The Ordinary, он хороший, но мне не нравится запах. Мне кажется, все-таки в Pixi запах немножко поприятнее. Вот так выглядят они. То есть это просто обычные патчи, не патчи, а диски, которые пропитаны этой настойкой. Кстати говоря, ребят, а вы знали, что гликолевый тоник производится из банановой кожуры? Я не знала. Когда я в первый раз об этом услышала и узнала, я такая просто вау, серьезно? То есть это так на самом деле удивительно, потому что никогда не подумаешь, что банановая кожура содержит в себе вот этот гликолевую кислоту. То есть это круто. Я слышала где-то, кстати говоря, что в теплых странах, где фермеры собирают банановые побеги, банановые плоды, они могут сдавать эти банановую кожуру, чтобы производить этот тоник, и они получают за это небольшую денежку. Вот так вот происходит. Наш следующий, почти последний уже, наверное, ингредиент, который был в нашей посылке, это вот такие патчи. На самом деле, патчи – это одна из самых базовых вещей, которые вы можете заказать с iHerb, потому что их там много, в разный выбор, и они очень доступны, да, то есть это, я думаю, очень такой, знаете, бренд, который, ну, он базовый, опять же, все базовые. Давайте мы их откроем. Чувствуется роскошь, кстати говоря, какая-то, когда ты выглядишь упаковку. Так, вот так они выглядят. На самом деле, достаточно обычные патчи, пахнут вкусно и выглядят очень по-золотому. Это круто. Последний на сегодня товар, который пришел с iHerb, это вот такие леденцы от бренда Simply Gum. На самом деле, эти леденцы настолько классные. Эти леденцы, они безумно классные, просто потому что здесь нет никаких ешек. То есть здесь всего лишь три ингредиента. Это масло мяты, тростниковый сахар и стеарат кальция. Все. То есть я леденцы люблю, я всегда покупаю разные вкусы. И в Америке их большое количество, но именно чтобы органических, как-то вот не особо вы можете их найти. Быстро. Ничего так не освежает ваш рот, когда вам это нужно, как именно масло самой мяты, а не какой-нибудь, знаете, искусственный ароматизатор. Вы понимаете, о чем я, да? И на сегодня у нас все, ребят. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Это молодой канал все-таки, поэтому мне будет очень приятно, если будет какая-то активность. Спасибо вам большое, дорогие мои подписчики. До новых встреч. Всем пока.